Я уже, наверное, не раз повторялся, и что мы стремимся идти в ногу со временем, подстраиваемся под нынешние тяжелые условия рынка медицинских услуг и пытаемся внедрять медицинские услуги, медицинские технологии, которые достаточно востребованы, да, чтобы эти услуги и помощь была также доступна. Вот недавно мы запустили такой большой проект, как спортивная медицина. Теперь наши спортсмены от МЛАДа до Велика могут к нам обратиться. Наши, скажем, маленькие пациенты, маленькие спортсмены, будущие звезды могут получить квалифицированную помощь врачей спортивной медицины, так как это тоже командная игра. И не дай бог, если при каких-то травмах, что зачастую происходит на футболе, хоккее, на каких-либо других соревнованиях, также получить квалифицированную помощь наших реабилитологов и в кратчайшие сроки восстановиться, чтобы продолжить свой путь на Олимп. Приходите.